Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений патриарха Алексея II. Вопрос 2582. «Как вы сегодня чувствуете себя, ваше святейшество?» Отвечает патриарх Алексей II. «Было несколько трудных дней, когда после ряда перенесенных недугов я вновь заболел тяжелой простудой с высокой температурой. Сейчас чувствую себя, в общем, нормально, хотя и повинуюсь врачам, которые настаивают на постоянном уходе и надзоре на щадящем режиме. Конечно, скучаю по своей пастве, по приемным дням, в которые ко мне обычно приходит множество посетителей церковных и светских. Однако и сейчас много общаюсь с людьми по телефону, решаю насущные вопросы по управлению церковью, внимательно читаю периодику, письма, книги. Надеюсь вскоре вернуться к активному общению, а главное – к богослужению в храме». Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. В этом полагают свою жизнь все православные 2000 лет. Все юрисдикции в этом и полагают смысл своего пребывания на земле. И ни одни не одосужились посмотреть в деяния апостолов, сравнить свои труды с тем, что делали апостолы. Там было на первом месте и главное – проповедь. Здесь же главное – богослужение в храме. «Отняли храм, и рассыпалось все!» 1 Коринфянам 9 глава 17 стих. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Колоссянам 4 глава 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». 2 Тимофея 4 глава 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Конец цитаты. «И здоровье Бог дает для того, чтобы ему служить в радости, а не для своих прихотей и благополучия тратить его